сумка застегивается вот липучки, молния. Вот эта пластиковая сумочка полностью достается. Так, покажу сначала здесь карманчики. Вот спереди большой, широкий такой карман. Дальше боковой. Так, на одно отделение вот такой тоже широкий. С этой стороны у нас такой же широкий. Так. И получается со всех сторон есть кармашки. И здесь тоже такой плоский. Для там салфеток можно. Что-то другого. Сейчас достану эту сумку пластик. Так, получается, здесь я тоже открыла полностью молнию. Вот пластиковая сумочка, она без трещин, без ничего, без повреждений. То есть сюда мы кладем терморегулятор. Это такая пластиковая штучка, туда наливается водичка, замораживается, и вы туда его кладете, и оно долго держит холод. Они есть даже вот в холодильниках, холодильники продаются с такими штуками, или отдельно на рынках должны быть, они, в принципе, недорогие. Дальше, вот здесь крепится как столик, клееночка такая, вот, достаточно большая, моющийся материал тут, на липучечке полностью снимается, вот, дно вот плотное, двойное, без повреждений никаких. Не зашивали, не было порвано ничего. Все лямки можно снять. В общем, снимается. Одной рукой неудобно.